Привет, друзья! Привет, друзья! Вы на канале Планета Алис. Сегодня мы будем открывать сюрпризы. Мы вам покажем. У нас есть вот такое яичко с Мини-Маусом. Что у нас еще есть? Вот такой чемоданчик из Frozen. Из, как это называется? Холодное сердце. У нас есть вот такой мешочек из Холодного сердца. Еще у нас есть, ну-ка покажи, что это такое. Ой, вот такой вот, вот такая коробочка у нас есть здесь. Сейчас откроем. Здесь у нас Олаф и еще какое-то яичко. И у нас есть вот такая коробочка с Мини-Маусом и с яичком. И еще у нас есть вот две такие бутылочки. В этих бутылочках какой-то напиток и какой-то тоже маленький сюрпризик. Алис уже пьет. Хорошо, ты можешь пить, но давай заодно открывать. Тогда начнем с бутылочки, давай. Открывайте сначала. Хорошо. Джустин открывает чемоданчик, а ты открывай сюрприз, Алис. Вау, смотри, это игрушка. Это игрушка, да, подожди. Что ты сначала? Вот это открываешь? Да. Джустин открывает чемоданчик. Показывайте, что там есть. Здесь есть вот такие конфетки. А игрушка есть какая-то? И еще здесь есть вот такой маленький пазл. Пазл из фильма «Холодное сердце». Сейчас мы откроем вот такой мешочек. В этом мешочке мы сейчас увидим, что. Посмотрите-ка, что здесь, девочки. Давайте покажем, что это конфетки-колечки. Вот такое колечко. Вот это, да. Вот такие, они такие красивые, как драгоценные камни. Есть два вот таких сердечка, да? Да, и один вот такой вот. Давай померяем на пальчик, Алис. Давай вот такой зеленый померяем на пальчик. Ну-ка, давай, где твой пальчик? Вот такое красивое. Такое колечко. Конфетка. Так, в этой коробочке у нас есть вот такое вот яичко с Анной и с Эльзой. Это просто такая фигурка. Олаф, привет. И еще там был волчок. Дайте посмотреть волчок, пожалуйста. И еще здесь был вот такой волчок с Анной и Эльзой. Давайте запустим волчок вот здесь. Вот волчок крутится. Ну что, открываем дальше. Что у нас? Мы еще не открыли вот это яичко. Держи. И маленький. Большое и маленькое. Давай откроем сначала вон тут. Маленькое. Это какой сюрприз. Такой сюрприз. Давай помогу тебе открыть. Ну и что в этом маленьком яичке, покажи-ка. Ага, вот такие конфетки дрожжи. Маленькие. Что еще это? Покажи, что это. Это вот такая маленькая игрушка. Головоломка. Здесь нужно попадать шариками в дырочки. Что там еще было? Что-то еще? Наклейки, да? И вот такие. Вот такие наклейки. Конфетки хочешь сразу открыть? Давай откроем. А вот Джустина открыла пока большое яйцо. Смотрите-ка, что в нем. В нем очень много всяких. Еще конфетки. Вот такая конфетка. Что это? Чупа-чупс. Чупа-чупс. Ой, а это что? Смотрите, это браслетик. Ой, какой хорошенький. Давай я тебе открою, ты его наденешь. Ой, как красиво. Ну-ка, покажи свою ручку сюда. Мы посмотрим, вот это браслетик, конфетки. Я открываю сюрпризы мини. Хорошо, открывай. И еще здесь был пазл, вот такой пазл, мы вам его не показали, вот. Мы его сейчас не будем собирать, потому что это долго, мы потом соберем. Алис пока потихоньку уже лопает конфетку. Здесь у нас такой значок мини, яичко и фигуринка. Вот такой значок с Мини. Кому наденем? Кто хочет значок с Мини? Я. Давай. Значок. Что еще у нас? Что у нас было в яичке? Такой
О, Вички, у нас был вот такой брелочек с мини. Вот очень конфетки. Симпатичный. Брелочек. Конфетки. Конфетки. А наклейки были? Да, вот он. И вот такие наклейки с мини, тоже очень красивенькие. Хорошо. Теперь бутылки. Привет. Привет, мини. Привет. Ну что, тебе нравятся сюрпризики? Да. А конфетки вкусные? Да. Можно тебе попробовать? А мне можно тоже попробовать конфетку вкусненькую одну? Я ай, какая вкуснота. Я открываю такую бутылку со сюрпризом. Я уже открыла, мама. Ты уже открыла, но ты сюрприз-то не открыла. Там же еще сюрприз у тебя есть. Хорошо. Вот, Джустин, держи. Открывай. Сюрпризик. А я пока твой открою. Ну-ка, посмотри, что там. Ой. Такое колечко. Ну-ка, покажи-ка. Там такое колечко. О, какое красивое колечко. Это с кем оно? Вот, есть здесь еще такое красивое колечко. Что еще есть? Это что? Брелочек. Ну-ка, покажи-ка. Ага, это брелочек. Это с Виолеттой, что ли? Или да. Кто это? Это брелочек с Виолеттой. Ну, хорошо. И вот такая фигуринчик. И вот такая фигуринка. Да, вот здесь целая коллекция топ-моделей. Это, да? Топ-модели? Да. Топ-модели. Это целая коллекция вот таких топ-моделей. И нам попалась сейчас вот это. Вот она. Нам остался последний сюрпризик вот в этой бутылочке. Что там? Опять одна колечко. Красота. Что еще? Еще вот здесь? Такой брелочек. Еще вот такой брелочек. Это тоже какая-то из топ-моделей, да, похоже? Да. И вот такая фигуринчик красивая, которая у нас уже была. И вот такая красивая фигурка. С такой девочкой топ-моделью. И вот опять целая коллекция. Да, и вот эта картинка с ними со всеми. На этот раз у нас попалась вот такая девочка. Вот такие у нас сегодня сюрпризы и конфетки. Вот, вот такие колечки, вот такой браслетик. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Планета Алис. Всем пока!